Тревожная кнопка снова нажата. В эфире ОНТ еженедельный итоговый выпуск криминальных новостей и резонансных происшествий. В студии Сергей Лапаницын. Здравствуйте. И сегодня в программе. Шокирующие новости из Витебска. В подъезде убита и сожжена женщина. Какая причина занимает первое место в смертельных сводках МЧС? Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Горит квартира, там алкаш живет, там полным ходом уже горит все. Тут пожар, горит хата, под крышей уже огонь, ты где тут и бежби? У нас пожар, крыша гореть начала. В доме один мужчина. Берут ли мужчин проститутки? Предлагал заработать деньги, оказывая услуги сексуального характера. На неделе новость из Витебска шокировала каждого, кто слышал ее. В подъезде одной из многоэтажек не просто убита женщина, убита и сожжена. И вот парадокс. Никто из жильцов абсолютно ничего не слышал. Шансы найти убийцу минимальны, но оперативникам понадобились ровно сутки, чтобы выйти на человека, совершившего это зверство. Съемочная группа «Тревожной кнопки» выехала на место преступления. Вы видите эксклюзивные кадры. Подозреваемый в жестоком убийстве женщины возвращается на место преступления. Даже сейчас в наручниках под конвоем этот человек абсолютно спокоен. На следственном эксперименте он в деталях рассказывает, как именно провел огненные выходные. Шокирует, конечно. Шокирует. Ну, хотелось бы, чтобы не было такого больше. Не проявлялось никак. Жители дома на Московском проспекте не могут прийти в себя даже спустя несколько дней после ЧП. Обычная многоэтажка с необычной черной лестницей, которая, судя по исписанным стенам, повидала немало историй. Но чтоб такое... Накануне трагедии женщина и предполагаемый преступник познакомились на улице. Ей 39, ему 32. Вот они вместе заходят в магазин. Покупают спиртное, а дальше в ближайшую высотку. На пожарной лестнице в какой-то момент между ними вспыхнет ссора, и мужчина начнет избивать ее, а после подожжет на ней одежду. Женщина умрет от термического шока. На грязном пролете от нее останутся лишь обгоревший фрагмент белой куртки, пряди волос и пепел. Сотрудниками уголовного розыска установлено, что убийство женщины совершил неработающий, ранее судимый за причинение тяжких телесных повреждений, 32-летний витебчанин. Как я знал, это был нормально. Был нормально. Что случилось с ним, что там это, я не знаю. Шокируют соседи и то, что он жил буквально за стенкой, в этом же подъезде, несколькими этажами выше. Про горячий нрав подозреваемого тоже наслышаны. За последствия этого нрава и был наказан. Что ждет его в этот раз? Назначен ряд экспертиз. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье убийства. На каждом этаже этого дома по 9 квартир, но пожарные лестницы спроектированы отдельно. Поэтому то, что происходит на них, спрятано от глаз жильцов. И поэтому никто даже подумать не мог, что в нескольких метрах от них происходит убийство человека. Местные говорят, случайные знакомства в жизни погибшей были и раньше. Но именно это стало для нее последним. У женщины остались двое детей и законный супруг. Использование неисправного электро- или печного оборудования или бытовых приборов, оставление открытого огня без присмотра, поджоги травы и мусора, поврежденная электропроводка. Эти причины чаще всего приводят к огненным трагедиям. Но есть и еще одна, которая занимает первое место в смертельном списке сводок МЧС. Какая? Узнаем прямо сейчас. Дежурная служба МЧС. Чем вам помочь? На втором этаже пожар. Спасатели на месте. Мгновенная оценка и решение об экстренной эвакуации. Муж дверь распахнул, а там дымом как дало, и он закрыл, кричит: «Поднимайте, сгорим». Мы подскочили все в ванну, зашли уже, тряпки такого держали. Вошел пожарник. Есть кто? Мы говорим, есть. Давайте выходить будем. Хотели выйти, но мы уже не смогли, потому что дым зашел и все. На втором этаже в одной из квартир обнаружат сидящую на полу женщину. Поступила с диагнозом отравления продуктами горения, дымовая ингаляция.
и ожоги лица, плеча примерно 6-7%. На данный момент находится в отделении реанимации. За жизнь 62-летней женщины продолжают бороться врачи. Следователи же продолжают разбираться с причиной пожара. Предварительное – неосторожное обращение с огнем при курении. И этому никто из соседей не удивлен. Но мы этого ждали, потому что там все время пьянки были. К ним приходили, мне кажется, со всего района. Дежурная служба МЧС, чем помочь? Горит квартира, там алкаш живет, там полным ходом уже горит все. Тут пожар, горит хата, под крышей уже огонь, где труды бельби? У нас пожар, крыша гореть начала. В доме один мужчина. Очередная пожарная безалаберность. Речицкий, Рогачевский, Лельчицкий и Гомельский районы. После ликвидации каждого возгорания спасатели во всех сгоревших домах и квартирах найдут тела хозяев и их гостей. Пятеро мужчин и одна женщина. Только за минувшие выходные. И причина у всех – неосторожное обращение с огнем при курении. С начала года в Гомельской области произошло 403 пожара по причине неосторожного обращения с огнем. Из них 188 пожаров по неосторожности при курении. Что же касается смертельных пожаров по данной причине, их произошло 88, на которых погибло 95 человек. И 90% всех возгораний случается именно из-за непотушенной сигареты. А еще трагедии. Пора делать выводы, пока не поздно. Но не только Гомельская область отметилась в сводках МЧС. Еще одна смерть на пожаре в частном доме. Дверь открыта, и черный, ядовитый дым полыхает. Господи! Тревогу забьет соседка и попытается помочь мужчине внутри. Ваня, кричу. Думаю, что я кричу, Ваня? Я выскочила за мобильник, скорую, потом эту самую МЧС. Выгорел пол, окурок упал. Спасатели ликвидируют пламя, но хозяина дома спасти уже будет нельзя. Он отравился. А потом он стал уже вздутый, вот как смоленый кабан. К гибели предварительно привела все та же вредная привычка – курение в постели. На пожары спасатели выезжали и в Молодечнинский, и в Дзержинский районы, где огонь снова заберет жизни людей. Погибли еще двое мужчин. Один в доме, второй в гараже. Причина аналогична. На чем строится любая наркопирамида? Быстрые деньги, гарантия безнаказанности, карьерный рост. Правда о том, что фундамент этой пирамиды зыбок и шаток, наркозазывалы предпочитают умалчивать, пытаясь завлечь в преступные схемы как можно больше глупцов, оказывающихся в конечном счете лишь расходным материалом. Для кого наркобизнес оказался провальным? Покажем прямо сейчас. В одной из столичных квартир обнаружена нарколаборатория с коноплей. 40-летний минчанин подошел к делу с максимальной ответственностью. Коноплю выращивал в гроу-боксах, оборудованных вытяжкой, вентилятором, системой освещения и увлажнения. Обнаружено и изъято более 490 граммов опасного наркотического вещества марихуаны. Также 12 горшков с грунтом и коноплей, 14 емкостей с удобрением, 2 брикета грунта, весы, измельчитель и другие приспособления. Ранее безработный фигурант к ответственности не привлекался. Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. В Минском районе задержали еще одного наркодела. 25-летний безработный гомельчанин вез в машине 11 свертков с мефедроном общей массой около 30 граммов, приготовленных для последующей реализации, а также несколько пакетиков марихуаны и весы, различные приспособления для фасовки. Полгода назад он организовал интернет-магазин по продаже наркотиков и психотропов. Товар покупал в крупных интернет-магазинах, затем фасовал на мелкие дозы и делал закладки. Вез в Россию 2,5 килограмма микрона. С какой целью? Разложить. Где наркотик? И на границе с Россией задержаны жители Брестской области. Один перевозил наркотик в автомобиле, второй ждал его принять груз. Кроме того, в тайниках-закладках в Минском районе они хранили еще полкило альфа-ПВП. Наркотики из Российской Федерации в Республику Беларусь поставлял 22-летний житель Жабинки, который только в мае текущего года возвратился из армии. Как давно работаешь? Около 3 месяцев. Денег много заработал? Нет. По всем фактам возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
Проституция – это оказание сексуальных услуг за деньги. И как только проституток не называют. Жрица любви, ночная бабочка, девица легкого поведения, блудница, валютница. Но как же тогда назвать мужчин, которые в этой профессии тоже знают толк? На неделе пресечен вывоз парней в Москву. Кем оказался сутенер? А им оказался 26-летний уроженец Гродненской области. 5 лет назад молодой человек переехал в Москву и решил занять особую нишу в бизнесе по торговле телами – мужскими. Он знакомился с парнями в сети интернет. Некоторое время с ними переписывался. В ходе общения фигурант предлагал заработать деньги, оказывая услуги сексуального характера на территории Российской Федерации. Обещал комфортные условия, полную конфиденциальность и $1000 США. Кастинговал претендентов лично. На очередной такой встрече в Орше он завербовал двоих брещан 19 и 21 года. Вместе молодые люди сели в такси и отправились в сторону границы. Но до красивой жизни не доехали. На трассе автомобиль остановили оперативники и задержали сутенера. Возбуждено уголовное дело. Тревожная кнопка продолжает эфир ОНТ. И вторую часть программы мы откроем аварийным автодайджестом. Пьяный руль, пешеходы под колесами и даже убийственный общественный транспорт. Все, что повторять опасно для жизни, покажем прямо сейчас. Начнем со столицы. Троллейбус собьет женщину на пешеходном переходе. Дорогу она переходила строго на зеленый. Женщина скончалась на месте, несмотря на все усилия медиков и спасателей. Еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Ниссан при развороте столкнется с попутным трамваем. К счастью, в этой аварии пострадал только транспорт. Городокский район. Рено при завершении обгона не справится с управлением. Кювет, дерево. 18-летний водитель и его 19-летний пассажир погибнут на месте аварии. Еще одна жертва на дороге и в Могилевском районе. Ситроен столкнется с попутным трактором, который от удара опрокинется. 53-летний водитель МТЗ скончается на месте. И снова столица. БМВ при повороте направо не справится с управлением. Результат – снес светофор. В этом ДТП пострадала женщина, которая в момент аварии находилась на островке безопасности. Она госпитализирована. Водитель был пьян. 2,24 промилле. Более того, срок водительского удостоверения истек у него еще в 2005. И лежит неплохо, а все равно тащат. Из магазинов, в частности. Парфюм, продукты, одежду, обувь, алкоголь и средства гигиены. Зачем? Вопрос риторический. Одни для перепродажи, вторые и объяснить толком не могут. Мол, друг нес, и я за ним следом. Воровской обзор тревожной кнопки покажет, как они совершают кражи. В Светлогорске два приятеля навеселе придумают гениальный план обогащения. Придут в магазин, разделятся. Один начнет показательно разбивать бутылки с алкоголем, дабы отвлечь персонал. Второй в это время будет обчищать отдел косметики, после чего криминальный дуэт поспешит скрыться. Но сотрудники магазина вызовут милицию, которая обнаружит воришек в соседнем дворе. Заявление на вас пришло. Какое? Уйти в глухую несознанку не вышло. Их вернут на место преступления. Давайте считать, 3 бутылки. Давайте посчитаем. Запсиховала разбить. Оба ранее судимы, но криминальная копилка новым уголовным делом за кражу пополнится только у одного из них. У 30-летнего парфюмера. Еще один воровской дуэт попытается обчистить магазины в столице. Алкоголь, средства гигиены и другая продукция. Наворованные мужчины 30 и 37 лет складывали в рюкзак. А чтобы не вызвать подозрений, даже расплатились за один из товаров. Оба безработные, оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Ущерб магазину составил почти 500 рублей. А в ЦУМе задержат 50-летнюю воровку мужской одежды. Женщина брала вещи, в примерочной снимала антикражные клипсы, после складывала все награбленное в камеру хранения. Потом украденный товар в удобный момент доставала и вывозила продавать в Смоленск. Общий ущерб от преступных действий составил около 1300 рублей. Возбуждено уголовное дело за кражу. Сейчас женщина проверяется на причастность к аналогичным хищениям.
И снова столица. На этот раз объектом кражи станет электросамокат, владелец которого оставит его возле торгового центра. Пропажу обнаружит, когда выйдет из магазина. Как выяснилось, самокат приглянулся девушке. Она под шофе возвращалась из гостей и решила доехать домой. А когда самокат разрядился, бросила его на улице. Возбуждено уголовное дело за кражу. Больше суток на лесных болотах в Могилевской области искали пожилую женщину. Она ушла за клюквой и заблудилась. Эта история могла бы закончиться трагически, если бы не профессиональные навыки экспертов-криминалистов, которые входили в состав поисковой группы. О сутках, проведенных в лесных болотах, эта женщина вспоминает с содроганием. За клюквой ходит часто, местность хорошо знакома. Как попала в такую экстренную ситуацию, сама не понимает. Не знала, что там болото это. Вот и зашла туда, а выйти не могла. И туда, там же трава выше меня. Не видно ничего. Кажется, сухо, иду сухо. А перепрыгну, а там твань это все. Намучилась я, ой. Не забуду этот день. Звала на помощь, не теряя надежды выбраться. Несколько раз, по пояс проваливаясь в трясину, цеплялась за ветки и за жизнь. Выбиралась на твердую почву. Потом проваливалась снова. Куда ни ступлю, там уже болото. Провалилась. Ну, хорошо, что к берегу подходила, и возле берега куст был. Ну, так я схватилась за куст, вылезла. В это время в местных лесах уже работали поисковики. Эксперты-криминалисты заметили в траве характерные следы. После перелома ноги у женщины была специфическая походка. Зная это, можно по следам диагностировать, что предположительно данные следы принадлежали пропавшей женщине. И уже по данным следам эти следы уводили в болото. Вот, туда направились. Наконец, спустя сутки поисков, эксперты услышали крики о помощи. Женщина стояла на маленьком островке земли среди болота и держалась за дерево. Мокрая одежда, холод, полное истощение. Он отломал кол большой, ну, туда меня и спасли. За руку меня взял и вел. И вышла я в машине. Помогли. На мое счастье. После того случая, периодически бывая по служебным вопросам в данной деревне, мы заходим к бабушке, спрашиваем, как у нее здоровье. Вот, как бы, всегда нас встречает радостно и благодарит. Любой сотрудник из правоохранительных органов поступил так же. Это непосредственный долг. Женщина уже отошла от первого шока, но до сих пор не перестает благодарить своих спасителей. Урок, говорит, усвоила на всю жизнь и шутит. Наелась клюквы до конца своих дней. В лес больше ни ногой. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сразу после эфира тревожная кнопка будет доступна на официальном YouTube-канале. Ежедневно о чрезвычайных происшествиях мы рассказываем в нашем Telegram-канале и подводим итоги по пятницам на ОНТ. Оставайтесь зрителями, а не участниками нашей программы. Будьте бдительны и берегите себя.